В Ноябрьске выбирают лучшего педагога. В городском дворце культуры и кино «Русь» сегодня состоялась торжественная церемония открытия городского конкурса. После небольшого концерта участники прошли первое испытание, представили свои визитные карточки. Добавлю, за звание педагога года борются 12 участников, 5 из них работники детсадов, 7 учителя школ. Имя победителя станет известно уже 7 февраля.